Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза так и не стала. Понимаете, к чему веду? Да к тому, что сколько бы мы ни трудились в желании побольше заработать, а деньги все равно уйдут в Белоруссию. Это «Вести» без Киселева, совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Белорусские СМИ озвучили приятнейшую, по их мнению, новость. Россия отправила, а Беларусь получила второй кредитный транш на 500 миллионов долларов. Правда, перечислили его в русско-российских рублях. Ошеломила россиян и скорость перечисления денег. В пятницу встреча, во вторник деньги. А стулья где? Или вы думаете, что мы не понимаем, что долги все эти невозвратные? И ладно бы на благо народа пошли, ну пенсии там поднялись, МРОТы, детские пособия. Но ведь нет, на игрушки политические спускаются, которые, ко всему прочему, еще и жизнь белорусам усложняют. Кстати, а вы знаете, что Россия также собирается выступить и спонсором поддержки белорусских авиалиний? Самолеты этой авиакомпании из-за последней выходки Лукашенко фактически лишились работы. Но старший брат на то и старший, что и деньгами поможет, и к себе на работу пристроит. Так что уже совсем скоро, а именно с 10 июня, число рейсов Минск-Москва может увеличиться вдвое. Перелеты между столицами будут совершаться с периодичностью до 10 раз в неделю. Ну и понятно, что это определенный выход из ситуации для жителей Беларуси, которые оказались невольными заложниками своей страны. Но что с этого России? По мнению «Коммерсанта», «Белавия» далеко не дешевая авиакомпания, которая вполне вероятно попросит субсидирование. А это значит, что на рынок выходит не только еще один внутрироссийский конкурент, но и открытый для российских денежных потоков рот. А если потоком белорусских туристов мы не заполним международные рейсы, то посадим себе на шею еще одну обузу. Кстати, в Крым Белавия летать отказался. Естественно, по политическим соображениям. Минск так и не признал полуостров российским, но зато активно продолжает любить российские рубли, способные спасти не только целую отрасль загибающейся экономики, но и задницу самого виновника торжества. Не успели мы отметить 60-летие со дня полета Юрия Гагарина в космос, как буквально через месяц выяснилось, что за эти 6 десятков лет мы не только не продвинулись вперед, но и значительно отстали, оглядываясь назад. Это в то советское время освоение космоса для существующего тогда Министерства общего машиностроения СССР было делом чести. Сегодня, а для Роскосмоса официального правопреемника Минобщемаш, космос – это футболочки с логотипом и распродажа останков Союза. На этой неделе стало известно, что госкорпорация не только успела зарегистрировать свой товарный знак, но и придумала громкий слоган «Технологии, проверенные космосом». Теперь наш известный эстрадный певец Рогозин сможет официально продавать трусики, маечки, косметику и даже таблеточки, загнав все это под космический бренд. Ну да, чем же еще заниматься главе Роскосмоса, если не оборудованием витрин космического супермаркета? Полагаю, что и запускать в космос Рогозин в скором времени сможет только утюг. Вот удивим Илона Маска, такого еще точно не делал никто, прорыв да и только. А если серьезно, друзья, то мне как-то вообще непонятно, когда наши космические достижения превратились в торговую площадку. Если раньше слово «космос» у россиян ассоциировалось исключительно с Юрием Гагариным, то вангую грядет то время, когда космос под управлением Рогозина будет ассоциироваться исключительно с приборчиком «Союз Аполлон». Погуглите, если вы тот счастливчик, который не знает, что это такое.
Не хотелось бы упражняться в сарказме на эту тему, но битва унитазов на этой неделе стала одной из обсуждаемых тем российских новостных лент. И пока пропагандисты пытаются убедить телеботов в том, что отремонтировать российский школьный туалет за британские деньги – это дискредитация современной власти, вип-чиновники под шумок обсуждают возможность установки в самолетах специального летного отряда «Россия» унитазов за 2 миллиона 600 тысяч рублей за единицу трона. Вот даже интересно, а зачем? И что такого уникального можно вмонтировать в унитаз, чтобы он начал стоить дороже, чем екатеринбургская трешка в пятиэтажке? Но на этом чиновники не остановились. Также в этот же самолет планируется закупить держатель туалетной бумаги по цене более 100 тысяч рублей, ёршики стоимостью выше прожиточного минимума в России и полотенцедержатели по цене всей квартирной бытовой техники. Кстати, про технику я вообще молчу, потому как лично сама никогда не встречала кофеварок за 1,5 миллиона рублей, микроволновки по стоимости унитаза, то есть те же 2 миллиона 600 тысяч, а холодильник за 11 миллионов так и вовсе может только присниться. А мы продолжаем выживать на минимальный размер оплаты труда. Кстати, если вы помните, в конце прошлого года в Челябинской области группа молодых людей решила попробовать выжить на минимальный размер оплаты труда. И эксперимент провалился. Мы до начала жизни на минималках, мы понимали, что у нас в стране как бы не очень все хорошо. Но после месяца, почти месяца, я понимаю, что все как бы неплохо, мы не правы были действительно. Все в десятки раз хуже. Потому что дойти до финала удалось только... четверым, и это из 14 участников. То есть, переводя смысл этого проекта на реальную жизнь, итоги неутешительные. На предложенный МРОТ выживут менее 30% населения. И это в том случае, если вам не понадобится одежда, лекарства или, не дай бог, что-то из бытовой техники. Зато у главы государства все в порядке, ведь именно это наша главная цель. Я думаю, что Владимиру Владимировичу нужно помогать. Если мы не будем помогать, то у нас дальше будет такая же разруха. Восхитительный кэшбэк от Сбербанка настиг 36-летнего жителя города-героя Тулы. Воспользовавшись системным сбоем банка, предприимчивый Роман Юрков перевел, а затем обналичил 50 миллионов рублей несуществующих денег. Точнее, не существовали они на его счете, но зато мега прекрасно переводились на счета других банков. В итоге, совершив несколько транзакций, великолепный Рома успел прикупить новые автомобили себе и жене, слетать в отпуск и приобрести 3 квартиры. Вскрылось преступление во время составления банком квартального отчета. Вот тут-то и выяснилось, кто он, любитель красивой жизни в стиле «украл», «автосалон», «Росреестр», «Турция», «тюрьма». Потому как совершенное преступление квалифицируется как кража в особо крупном размере, не жалеют за которую 12 лет тюрьмы. Кстати, почему кража, когда налицо мошенничество? Вот лично мне непонятно. Ну да ладно, вангую, многие из вас сейчас скажут, 12 лет казенных щей – это не 30 лет ипотеки. И, возможно, это так, если бы Рома закопал деньги в огороде, а не стал бы покупать и записывать на себя движимое и недвижимое имущество. А теперь сказать в суде, так я думал, что это так спасибо от Сбербанка работает, уже не получится. Придется вернуть все нажитое непосильным трудом обратно на родину. Ситуация, конечно, нетипичная и маловероятная для повторения, но Сбербанк... ау, сообщите, когда следующий сбой. Кстати, чуть позже в сети появилась информация о потенциальном пострадавшем. Им мог оказаться бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин. Во вторник он пожаловался полиции на Сбербанк. Бывший депутат обвинил финансовую организацию в хищении у него 182 миллионов долларов. Валютный счет в Сбере Шашурин открыл в прошлом году, разместив на нем упомянутую сумму денег. А недавно в банке ему сообщили, что такого счета не существует. Конечно, не существует, их же Рома снял. Хотя сумма-то внушительная, похоже, таких, как Рома, было с десяток, если не больше. А между тем Шашурин, которого, кстати, самого обвиняли в хищении 37 миллионов рублей, признался, что все 182 миллиона долларов ему
не принадлежат. В интервью московскому комсомольцу пострадавший сообщил, что все похищенное принадлежит государству, а точнее Советскому Союзу. А еще точнее, деньги эти народные. Оскара в студию за честность и признание. Но хоть кто-то в Думе говорит правду, что деньги эти наши с вами, и что если бы их не украли, то мы бы о них и не узнали. Короче говоря, классическая история о том, как вор у вора деньги украл. Вот такой была часть прошедшей недели. Второй выпуск новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, выражайте симпатии. В комментариях пообщаемся лично. Всех люблю. Пока-пока.